Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. С вами Алла Белочка. И сегодня я хочу с вами поделиться своей радостью. Ко мне пришла посылочка. Это был подарок от Валерии Соу. Лерочка устроила на своем канале розыгрыш к 8 марта. Так она хотела порадовать всех девочек к женскому празднику. Было два победителя. Это Юлия Кожина и я, Алла Белочка, чему, безусловно, очень обрадовалась. Спасибо огромное, Лерочка, тебе за такой конкурс и за ту радость, которую ты нам доставила с Юлией. Хочу сказать пару слов о Лере. Валерия по специальности модельер-конструктор женской одежды. Кроме шитья одежды, занимается пейчворком, интерьерным текстилем, собирает старинные техники изготовления славянских кукол-оберегов. Также участвует в различных конкурсах и выставках с коллекцией одежды и лоскутным шитьем. Обязательно ссылочку на ее канал я оставлю. Заходите, смотрите. Очень интересные мастер-классы. Вы сразу же можете найти ее на канале. Мне последний понравился. Это было солнышко. Конфетница солнышко к масленице. Такое лучезарное солнышко. Веселое, очень красивое. Также декорирование подушек понравилось. Заходите. Кроме вышивки, вот вы сможете найти почти все мастер-классы. Очень интересный канал. Советую. Добро пожаловать к Лере в гости. И давайте же посмотрим, что мне пришло. И это первый магнитик. Спасибо огромное. Это Пушкинская площадь. Изображение памятника Пушкину. Вот такой красивый магнит. Спасибо огромное. Пополнится моя коллекция магнитиков на холодильнике. И что же я выиграла? Вот такой замечательный наборчик от Риолис из серии «Сотвори сама». Ежевика. Размер готовой работы 26 на 20 сантиметров. Отшивается шерстью. Очень мне нравится. Давно уже нравится этот наборчик. Ну, все как-то откладывала я покупочку. И вот мне улыбнулась удача на канале у Валерии Соу. И я выиграла вот такой замечательный наборчик, ежевичку. Посмотрите, какие сочные, красивые, яркие цвета по сравнению с изображением на картинке. Здесь немножко мрачновато, а на самом деле, посмотрите, какие солнечные цвета ниточек. Яркие, насыщенные, ой, вообще супер, фиолетовые, желтые, сиреневые. Красота, бордо, зеленое и другие. Также изображение других наборчиков. Кстати, я этих даже и не видела, зайчиков и олененка Бэмби. Вот. Классный наборчик. Спасибо огромное за подарочки. Очень понравились. Вам желаю всем отличного настроения и удачи в таких конкурсах. И еще раз спасибо тебе огромное, Лерочка, за твои конкурсы. То, что ты нас почаще радуешь. Всем хорошего настроения. С вами была Алла Белочка. Всем пока-пока.